Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо большое. Ребятки, слушаем бэкстейдж. Да? Поехали, ребят. Похороны будут сегодня у нас. Не по плану, короче, все пошло как-то. Мне Владислав Беседин обещал, что выпьет меня. Владислав КПСС? Да. Мне все нравится, я купил билет. Я люблю, когда тисками девки трясут. Где хоть один, мать его, подарок? Друзья, здравствуйте, приветствую вас опять на канале I'm First Feel. Все хорошее, новое, это далеко... Ребят, ну очень интересно посмотреть и послушать. Я такой первый раз вижу, ребятки, да? Интересно, что нас ждет, ребята? Забытое старое. И сегодня мы опять играем концерт в клубе Морзе. Но сегодня замечательный повод. Сегодня день рождения нашего друга Андрея Перекинезиса. Поэтому мы осветим полностью все, что тут происходит. И подписывайся на канал, ставь лайки. И... врывайся с нами в этот концерт. Сложно не к нам, как бы тише. Это Перекинезис. Вот это. Ребятки, ну Перекинезиса очень много смотрели. Нам он очень нравится, ребятки. Очень интересный молодой человек, такой стильный. Так выглядит брутально, ребятки. Волос классный, ребятки. Друзья, это второй сезон, не побоюсь его мать слова, бэкстейджа. Так уж вышло, что первый бэкстейдж с Андреем Перекинезисом мы снимали с Вовой Веет Матом. И с Мукой мы потом снимали с Вовой Веет Матом. А потом мы не снимали. И некоторые из вас писали, чтобы мы его вернули. Вы писали, чтобы Вована никогда больше не брали. И мы, конечно же, послушались. И вот я здесь, легендарный камбэк. Я хочу узнать, что изменилось с тех пор, когда я здесь был. А вы были год назад? Нет, но хотели. Хотели, ага. Чтобы да. Попасть в ролик к Артуру. Какой Артур? First Feel. Какой First Feel? Ты стример? Нет, в ТикТок снимаю. ТикТок снимаешь. Угу. Сколько подписчиков? 400 тысяч. Хорошо, твой самый популярный ТикТок. Сколько набрал просмотров? 3,7 миллионов. А вот хочется подстебать? Ну что, ребятки, интересно, да, здесь девочек сколько много, да, интересного, да, они рассказывают о себе, как они снимают, что они любят, что не снимают, что их интересует, да, ребятки? Ну, она цифрами под нас, а не мы ее, как бы. Здравствуйте. Как ваше настроение? Так. Сколько уже стихов написали? Ни одного сейчас. Ни одного. Но может, вас сегодняшний день вдохновит на написание нового стиха, большого какого-то? Мне Владислав Беседин обещал, что выпьет меня. Вот. Я, если такое случится, то... А ты, я правильно услышал, что ты как зацензурил сам это слово? Да. Вот это потому опыт. Что Евгений Панасенков, если знаете, да? Знаем, конечно. Он всегда матерится. Вот, я подумал, что раз так и делает такой человек, такой интеллигентный, то надо учиться. В общем, концерты Андрея проходили в Москве в клубе Glove Club, но в Москве мы еще не снимали, и так уж вышло, что на момент, когда весь этот концерт происходил, у нас что только не пошло... Не по плану, короче, все пошло как-то. Так как из-за текущих ограничений с массовыми мероприятиями происходило много чего странного, задержали вход, у нас там были определенные проблемы с оборудованием, мы так и не смогли, короче, особо побазарить с ребятами, которые пришли на московский концерт. Сколько животных купили ради шубы? Всех. Так, что это за спор? Что случилось? Мы решили, хотим ли мы вообще туда идти? Куда, на концерт? Не-не-не, на концерт мы 100% хотим. А куда вы тогда? Обогнать всех. Ну, то есть, знаешь, кому-нибудь бабульке там ноги сломать в очереди и тихонечко на... То есть, ты думаешь, что целевая аудитория? Ну вот, ребятки, народу сколько много, да, на концерт? А в зал какой, да, смотри, сколько людей, которые хотят его видеть, да, его фанатов, да? Целый зал, ребят. Смотрите, как интересно, да? Молодежь веселится, молодежь развлекается. Я рада, что молодежь очень положительная, ребятки. Ну, ее видно, да? Смотрите. Или вот показывают таких, не знаю, ребятки. Но я за них рада. Это же интересное мероприятие общее, да? Все друг с другом встречаются, разговаривают, да? Слушают классную музыку, какая им нравится, да? Общего, да?
Торе Андрея Пирокинезиса. Полагаю. Но все возможно. Что за розовое животное ты убила? Ванесса рысь. Заготовочка, да? Ладно. У меня важный вопрос. А кто-то знает сегодня, что у Андрея Пирокинезиса день рождения? Где подарки? Где хоть один, мать его, подарок? Что, у вас есть подарки для Андрея? Готовы? Нет. Песня, стих может. Танец. Нет? Танец. Там уже кто-то... Подождите, а ёлку эту можно пиздануть? Нет, нельзя. Так уж вышло, что у Андрюхи был в день питерского концерта день рождения. Ну еще кто еще, блядь, в четверг концерты проводит? Я понял, что нужно ему подарить, короче, какой-нибудь подарок. Слышь, это тебе, короче. Бля, я... Опять заценишь, это? А! Это ж прям стол. И мы с пацанами так подумали, я так посоветовался. И я ему подарил, короче, вот такую А2 рамочку с демотиватором. Ребятки, как интересно, да? Как они интересно живут, да? Молодцы, концерт такие ставят, да, для своего зрителя. Еще раз повторюсь, ребятки, мне этот исполнитель очень нравится, ребятки. Я его слушала, много слушала. На котором изображен персонаж из Валоранта Примстоун, да, кажется, его зовут. Ну, дед, короче, какой-то. И он стоит на фоне памятника Ленина и такой, лайк, реально. Бля, это офигенно. Каково это быть лучше обладает в дрилле? Я бы ответил, конечно, но я не Паша Техник, поэтому не знаю. Все знают, что сегодня Андрей Пирокинезиса днюха. Готовы ли подарки? Если кто-то реально сделал пиздатый подарок и хочет его подарить, подходим ко мне, мы договоримся. Я сделал Библию своими руками. И у тебя она с собой? Да. Это... Вот смотрите, уважаемый человек, не то что вы не подготовились. Как зовут? Аня. Аня. О, Андрюша. Как думаешь, подарки своими руками сейчас кому-то нужны? Ну, у нее интересный подарок. У нее интересный подарок. Необычный. Интересный. Не, интересно, что она говорит своими руками. Обычные из толпы просили тебе передать пепельницу. Самодельную, заметь. Не пиздобол, все передал лично в руки. Благодарю. Взял, я хочу напомнить, это важно, что концерты проводились согласно ограничениям по массовым мероприятиям. Здравствуйте, а вы вакцинированы? Да. Нет. Так, ты самая жесткая, походу. Ты главная. Да. Так, хорошо. Сколько лет? 17. А, да? Реально? Ебать, дети подросли. Хорошо. То есть, получается, тебе можешь просто по паспорту? Да. А докажешь, что нет 18? Ну, не мне, вот там на входе. Вывезешь за базар? Конечно, да, конечно. Хорошо. Что ждешь от концерта? Пиздец. Просто полная жесть. Ты Славу КПСишь? Да. Ты Славу КПСишь? Антихайп, я победил Оксимирона 5-0. Давай познакомимся. Давай сфоткаемся. Давай. Ну он похож, кстати, на Славу КПСС. Ну видно, что же не он. Ну этот ведущий похож реально на него. А, ну скажи честно. Нет. Да похож, нет. Похож. Ну даже... сейчас сама придет, сфоткаешься с ним. Кто? Ребят. Разогрев. На концерте, по традиции, было гигантское количество гостей. Ну, в Москве их было порядка 100 в гримерке только. А в Питере, ну, человек 150. Я реально, вот концентрации такого большого количества знакомых людей в одном месте я не видел давно. Это он меня какой-то тряпки заставляет расписываться, ты понимаешь? Он еще не ебанутый. Давай, бро. Вот узнаешь, нет своего друга. Подожди, ну я не увидел лицо вначале. Подожди, кто это? Андрей Андреевич. Вообще, нахуя да. Смотрел сингл вот буквально секунду назад, и тут вы. Получается, я посмотрел, скажу так, вот логотип старого ТНТ мне просто вот прям самое сердце. Школа ремонта, вот это вот. Вспомнил золотые времена. Золотые времена это было. Тогда еще показывали необъяснимо, но факт. Потрясающе. А вы можете объяснить себя? Жизнь на улице, как котле кипит, когда свой рэп читает MC Grand Master Beat. Что
ждете от концерта? Я люблю, когда тиськами девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки. Пирокинезис этого тебе вряд ли продемонстрирует в силу. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Что ждете от концерта? О, смотри, смотри, два близнеца. Вот это тоже, что ли, не узнаешь? Когда за май придет на шоу к Артуру. Ой, узнал, да, это все. Все, все. Слава КПСС. Будем надеяться. Его глаза, хорошего, да? Настроения. Скажи. Скажите, пожалуйста. Я по волосам узнал. Я по глазам. Я по волосам. Я по глазам. Не похуй. Хорошо, подскажите, пожалуйста, вот вся ваша политическая деятельность активная, которую мы наблюдаем в социальных сетях, ее цель была что-то изменить в стране, либо чтобы упомянул Оксимирон? Чтобы упомянул Оксимирон. Я шла к этому всю жизнь. Многие из ваших любимых артистов на самом деле учатся петь. Им Господь Бог это не даровал, и это на самом деле круто. Я лично за это топлю, чтобы артист постоянно саморазвивался. Было очень прикольно, когда учитель Андрюхи по вокалу пришла и наблюдала, короче, как Андрей поет. На самом деле он реально растет в вокале в последнее время. Преклоняю колено перед замечательной учительницей, которая... Это училка по вокалу, да? Да, это училка. Да. Училка перекинезиса. Перекинезиса, да. Питала не одного музыканта, я так понимаю, уже даже и не двух, и далеко не десятерых. Каково это в очередной раз приходить на концерты своих учеников? Конечно, это восхитительно и очень гордо, потому что всегда восхищаешься, когда видишь возле входа большое количество людей, готовых, ну, влюбленных. Они готовы разорвать. Вообще. Поэтому, конечно... Она правильно говорит, да. Приятно, когда вот люди слушают своего любимого исполнителя, да? Конечно, ей тоже приятно, но же ее частичка, да? Ее, как сказать, старание, да? Это всегда очень гордо и волнительно. Как думаешь, это мне лет? 17. Ты угадал, нихуя себе. Я разъебал тебя. При своей толпе. Прям пиздец, как разъебал. Ты на моего лучшего друга ебакуй. Ты, блядь. Убери ребенка. Тут серьезный разговор. Вы давно вместе? Мы брат и сестра. Значит, давно. Да. Кто кого терпит больше? Она меня. Уважение. Друзья, жду концерт. Жду концерт обязательно. Очень удобно. Мне все нравится. Я купил VIP-билет. Все слушаем. Да, ребятки, как интересно, да? Ну что, ребят, очень интересно. Мне нравится ведущая, да? Ведущие классные, подходят каждому зрителю, спрашивают его о его мнении, что он ждет от концерта, да? Ребят, классная обстановка, шикарная, ребятки, да? Желаю нам крепкого здоровья, все слышали? Да пошли они! Небольшую роль играет ведущий, мне кажется, да, ребятки? Что он веселый такой, да? Положительный, да, ребят? Все равно, он не ходит как буква, молчит так, а он именно веселиться ходит. Он развлекает народ, пока концерт не начался, да, ребят? И нахуй! Здравствуйте, коллега. Да. А вы сегодня фотограф или оператор? Оператор. То есть искусство сегодня снимаем вместе с вами? Да. А что ждете от концерта? События. Вас предупредили насчет всех перформансов? Вот. От оператора тоже большую роль играет, да, ведь оператор? Он показывает разные ракурсы исполнителя, да? И как потом это будет смотреться в клипе, например, в треке, да? Большая роль. Почти. Короче, если что, ориентируемся на твою куртку. Так я ее сдать хотела. Не-не-не-не-не. Все, вот теперь в ней придется. А вдруг что? Вдруг ЧП? Ты будешь, соответственно, наш сигнал. Ребят, видите, как они собрались, наклеили себе красивые блестяшечки, чтобы их видно было ночью. Чтобы перекинез заметил ее. Перекинез ее увидит. И у нее белая курточка. Говорит, не снимай. Вдруг надо будет. Ты будешь у нас как маяк. Маячок. Маячок, да. А вот парень с какая прическа. Глянь, вот тоже маячок. Друзья, все правильно. На концерте будет слишком жарко. Раздеваемся по максимуму, чтобы не вспотеть. Вы давно вместе? Вы такая пара сексуальная? Кто у вас главный в отношениях? Моя мать! Так. Видите, какие ребята веселые, да? Им интересно, ребят, интересно им, они ждут концерт. А как зовут маму? Вика. Ну нет, так же не надо к маме. Виктория. Я смотрю,
у вас все налажено. А что ждет от концерта? Я долго на него хотел попасть, и сейчас вот наконец-таки попал, впервые за 2 года. Пришлось вакцинироваться, только честно. Да, вот только ради этого и кололся везде, 3 дня. Так, а вы слушаете Андрея Перекинеса или вообще в рот его ебали? Я его в жопу целовал. В жопу целовал? Да. Ну не надо вот так, не надо. Ну он же пошутил, пошутил. Как мы похожи. Хорошо, а вот в целом, вы сегодня большинство уже людей увидели, адекватные люди приходят? Ну, как в принципе, да. Короче, если говорить член... Давай вопрос. Тяжело подходить, да? Ну так я не ведущий, блядь, типа по жизни. Я ведущий. Ты ведущий, я ведущий. А я твою тёлку ебущий, понял? Ну это уже тоже, да, немножко неадекватики тоже есть, да, ребятки, материться, да? Есть такое. Ну, ничего, ребят, такого особенного он, да, не, да, сказал. Да, но все равно он это немножко, по-моему, чуть-чуть, наверное, принял. Существует механизм, что чуть-чуть вернет на бис время единственным щелчком. Вернется то хоть и ни капельки не жаль, но если есть такой рычаг. Сигареты в куртке, забыть людей для нас легко, как потушить окурки. Потушить в ладонь твой гламур, а он искр без интереса. Ты пустая, ведешь себя Санкт-Петербург! Ну что, ребятки, как он одет, вышел, да? Перекинезис. Да, перекинезис. Молодец, классно, да. Шубка такого цвета, или здесь что-то цвет какой-то горит. Это шуба розового цвета, что ли, да? Интересно, ребят, зрители любят его, прям радуются, да? С удовольствием слушают, смотрят его, да? Знаете, как и овации, да? О, с днем рождения, говорят. Солнышко, она какая-то... А, давай, передай мне, пожалуйста, клубничку вот в этот вот. Спасибо большое! Горит оно нам там на весь мир, а с ним малая доминанта горит. И я счел это сон лишь, чтобы вдруг зашло мое черное солнышко. Горит оно нам там на весь мир, а с ним малая доминанта горит. Вживую поет, да? Это сон лишь, чтобы вдруг... Ребят, вот опять плюс какой-то. Он поет вживую, зал подпевает, да? Ну, настоящий артист, да, настоящий артист, ребятки. Зашло мое черное, Питер готовы все вместе. Абсолютно черное тело, абсолютно черное тело. Так люто черту не мело, абсолютно черное. Абсолютно черное тело, безумно черное тело. Так люто черту не мело, абсолютно черное тело. Тоже мне. Можете? Ваша мне была скучна, ласточка, мне как ни крути, вас не понять. Видите, ребятки, зал ликует, зал все подпевают, все знают текст любимого артиста, да, ребят? Пропорция есть, я зависима, значит мне сложно, мне больно. Все! Не терять равновесие! Мне сложно, мне больно, мне страшно, мне весело. А ты себе разберись, каждый от чего-то зависит. Будто я грибай к суку, или смерть мысль хитрая косу, то важно не терять равновесие. Пропорция есть, я зависима, значит мне больно, мне больно, мне весело. Андрей решил провести перформанс «Похороны панка». Многие из вас знают про песенку «В небо коза, ё-моё». В какой-то момент Андрей нас в гримерке ставит перед фактом, говорит, ну мы, короче, гроб купили. Я хочу, чтобы на песне «В небо коза, ё-моё» мы туда похоронили панка. Я такой, в смысле, вы бомжа с Лиговского подобрали? Они такие, нет, мы букера будем туда типа хоронить. Похороны будут сегодня у нас. Хороним панка. Наконец-то пора отправить же панк, поп-панк на покой, рок, весь все это, гитарную музыку. У нас только рэп, гитарный рэп, например, Букер де Фред. Блин, камерный. Да, с ним покажи, что человек. Я уже давно мёртв.
Автору 0 лет. Главное, что сегодня будет искусство. Мне не нравится, что такое. Это взрыв. Зачем? Искусство. Не надо было, да, зря он согласился. Жертвы. И вот у нас сегодня подготовлена жертва. Зачем? Жертва требует искусства. Мы, рэперы, бенефицируем знак козы и забираем его себе. Отходи оттуда, рокер. Поэтому поднимаем все козу в воздух и кричим рэп. Рэп, 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 рэп. Поэтому сегодня мы хороним панка. Спи спокойно, Букер де Фред. Партизет, это неприкасаемое, меня хватит удар. Ё-моё, мне показал партизет, хороните беда. Мне показал, ё-моё, партизет, это неприкасаемое, меня хватит удар. Ё-моё, мне показал партизет. Край на басу, голубчик, чтоб душу рвало нам. Сыграй на басу, едет по полю пан. Курю чапан реда, за что умер пан. За Букер де Фреда я б тоже погиб за ней. Ну, ребят, такой мне не нравится, конечно. Не хотелось бы, чтобы он это делал. Не надо было, да? Рэп, 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 рэп! Ну, ребят, во мне витаминки, я снова на комнате с батареей во мне. Пока не речка в рабочем. Надо хотя бы несколько строчек, но так смешно, смешно, ребят, во мне витаминки. Ребят, я что скажу, да? Вот он очень универсальный исполнитель, да, ребятки? Он по-разному поет, да, по-разному. Нежность умеет петь, да, рэп умеет петь. Все, что хочешь, ребятки, да? Вот сейчас трек интересный, да? Красивый такой, нежный голос, очень красивый, да? Шаг назад неуверенный, улыбку дурацкую резко сменит истерика. Веришь, что все, что имеет под глазами мешочек, нацарапанных маркером пару стран из кишочков. В мире там есть кто-то, было далеко, там и близко никакого. Ищу вход до сих пор, я прошу скорее открой врата в свой изумрудный город. Белая длинная полоса, все выходит слишком быстро, как не жму на тормоза. Вокруг носится все мельками, сердце отбивает ритм, как под батарейками. Качусь медленно вниз, время неисправно. Ребят, все равно, да? Все равно я смотрю на него, как он молодец, да, ребят, как он своим залом, ребят, работает, да, скажите, как его зал принимает, и как он поет, вроде включается немножко, фонограмма включается, да, а он сам поет, да, останавливает, ему зрители подпевают, да, у них прям вот настоящие, ребятки, ну, сплетение душ, я скажу, ребят, да, с залом. Часовой механизм, рулетка на один патрон, игра не стоит свеч, но я давлю курок, не жалуюсь потом. Мир заторможен вокруг, капает слеза с отмороженных рук. Завтра будет лучше, но синоптики врут. Холод меня снова тянет в Санкт-Петербург. Я сломался по лампочке, не горят мои перегоревшие лампочки. И от бездны отделяю тонкий волос, мля, помогаю бать скорость, прошу останови меня. Слышите, как зал ликует, да? Как они поддерживают его, да, ребятки? Все равно тяжелая работа, да, и скажи, вот этот зал поддержать, да. Тут же вообще все может быть, да. Они его любят, да, и они ведут себя достойно, да, скажи. Я так больше не могу, останови меня. Я все падаю, как ну, останови меня. Не теряю, я прошу, останови меня. Останови, прошу, останови меня. Соединяются веснушки, и так соединяются веснушки. Все было бы не так, так. Соединяйся со смешки по имени тебя. Пламенная птица, расправивши крылья над морем, туда, где живут корабли, корабли, корабли. Сквозь океаны тысячелетние воды светит берег, как фонари, фонари, фонари. Ребят, переоделся, да? Как ему костюм тоже красивый, да, ребятки? Уже образ другой, да, ребят? Он многогранный, ребят, исполнитель, да? И девочка, покорившая поле ромашек, катает на буду, не буду, и даже не верится в небе бумажные фениксы. И плевать, что когда-то все меркнет бессмертие, есть ведь бумага все стерпит. Попивает, да, зал? Thank you.
мед купи рекорде поле, но не забывай меня. Я прошу, только не забывай меня. Умоляю, лишь не забывай меня, о, не забывай меня, о, не забывай меня. Я прошу, только не забывай. Сам на гитаре как играешь, классно, да, ребятки? Молодец. Забывай меня, умоляю, лишь не забывай меня, не забывай меня. А ты по-настоящему сама любила ли, как боги, не сходящие с ума? Но в этом лих есть вина, и любовь всему божественному противоестественно. Ребят, все равно, Давид, завоевать зрителя тяжело, да? Надо так выложиться, да? Надо столько писать, надо действительно, чтобы зал полюбили, люди полюбили, да? Твои именно зрители, да? У него очень много любимых, да? Зрителей, которые любят его, уважают, да? А ты по-настоящему сама любила ли, как боги, исходящие с ума? Но в этом лих есть вина, и любовь всему божественному противоестественному. На самом одиноком корабле я приду к нему с лугами. Просто мне как ребенок, что так можно, так ты сможешь ты сорвать плоды, те, что другие не смогли. На самом одиноком корабле я приду к тебе с клубника в декабре. Просто верь мне, как ребенок, что... Ребята, как они его любят, да? Клубника в декабре, помнишь трек, мы с тобой слушали, да? Как его зал поддерживает. Так можно, как ты сможешь ты сорвать плоды, те, что другие не смогли. Если честно, мы как Читас и как Честер. Если честно, как Пола и Франческо. Если честно, то метафор тут не с честью. Ты Лады с Демона, Моника и все в таком ключе. Мы отправим корабли на планеты за прозрачной надеждой на... Ребят, ну вот по его текстам, да, вот так слушаешь, да? Видно, что он романтик, да? Скажи. Романтик он. Патроны ныряют в глаза еще раз. И нам бы покорить это небо. Мы отправим корабли на планеты за прозрачной надеждой на завтра. Ныряем в глаза еще раз. Мы отправим корабли на планеты. Справшись по ГОСТу, мы поднимем тост за новое перерождение Господа. И после там, где он, богов сожрав останки старых, станет сам себе, как в гордом одиночестве займет свой трон, и ощущая голод, станет жрать себя и примет форму майки куры, доживающей свое бессмертие. И вижу пожирающего бога всех. У него разные направления, да, трека? Разный. Вот этот трек какой, да? Немножко такой жуткий, да, ребят? Жуткий такой немножко, да? В Питере было очень много приглашенных гостей. Был прям отдельный блок. Давайте еще раз! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Чтобы ему было реально неуютно, не, что вот это... Нет, да? Меня не югим, я сопротивляюсь. Мне нормально. Он так говорит. Вы можете еще 40 минут кричать, это будет классно. Все это шоу-бизнес, контракты, числы, дешевки, крысы. И как тут выжить? Но этот шоу-бизнес. Мы коммунисты, помыслы чистые, но гнилые сердцевине. Я не такой, как все. Ребят, тоже какой голос красивый, да? Немножко хрипотца такая, да, так стильное исполнение, да? Стильное прям. Небо всем, к одиноким берегам, все, что я хотел сказать в этой песне. И даже если мы не сможем, мы сядем на мели, я умоляю, не покинь эту песню, раскили со мной. Прошу тебя, прошу тебя остаться, остаться. Тоже трек, да, классный, красивый, да? Вообще у него много красивых треков, да? Да, скажи. Да, много. Я просто хотел сказать спасибо этому человеку за то, что дал мне возможность стать тем, кем я являюсь. И это правда, мы в круговой поруке, ведь обратно планету не повернуть, и все с виду не случайно, и моя судьба, я растворяю свое сердце.
будто ночами пищали, будто бы в самом начале, днями начали. Нравится, что вживую поют, да? Нравится, молодцы. Вот. Молодцы. Там, может, есть какая-то, да, помощь ему, mm-hmm. как фонограмма, но вот вживую, сейчас, например, вживую они поют. Днями начали, люби меня днями начали, а будто бы днями мечтали, будто бы в самом начале, днями начали, днями начали. Своим залом работают, да, прям подходят к ним, uh-huh. да, они в за руки берутся, это же так хорошо, да? Вообще, на самом деле, очень сильно поражает подготовленность фанатов Андрюши. Они очень сильно как-то вот прям... Я не хочу это культом называть, но действительно фан-база у него очень интересная. Там плакаты, фаеры, всякое вот это вот. Бесконечное количество было прям... Да, спецэффекты, да, всякие на самом концерте. Да, вроде да, как да. зал не так, ну, огромный, да, там много людей, но не такой, что гигантский зал, прям mm-hmm. гигантский. Но mm-hmm. он спецэффекты даже здесь, да, вот, mm-hmm. позаботился об да. этом. Ну, ну, зал забит полностью, mm-hmm. да, все пришли. А я иду теперь, по ним и не пролью свой. Свет какая прям. Я воздвигну крест рукотворный, тропоскорбь он стоит, ах, и не так уж и давно вселились. Респект, сам поет, вообще молодец. Молодец. Некоторые артисты вообще даже и не пытаются сами. Слезы, а я иду теперь, по ним и не пролью свой планеты шаг. Нету нигде тепла, ты чернеет над головой, только в ней же светит. Спецэффекты кругом, да? Смотреть приятно, да, интересно. А как людям, да, его фанатам смотреть на него приятно, да? Смотреть. Шикарно. В самом конце концерта в Питере Андрею Перекнесу вынесли подарок от его друзей. Это огромный торт в виде бюста Ленина. Ой, это же... Ну, поцеловал. Да, что думают музыкальные редакторы и блогеры, типа, по поводу сегодняшнего концерта? Я не знаю, их можно было пригласить сегодня. Леша Горбаш, прости, брат, реально. Никита и все, кого я знаю. Все приличные люди должны были быть сегодня на концерте, и слава богу, они были здесь. В какой момент тебе стало страшно вот сегодня? Наверное, в тот момент, когда Серафим Мука вышел на сцену. Всегда Серафим раз***л. В принципе, как в Москве, но в этот раз в одежде. Привет, Артур. Все в порядке? Че, нормальный сегодня замок Андрей построил в Майнкрафте? Слушай, песочный, конечно, но нормально. Да. Как вам сегодняшний концерт артиста Зигоматикус? Охуенно, восхитительно. Зигоматикус очень вырос за последнее время, я хочу сказать. Он очень большой, вечный артист стал. А в какой момент вам сегодня стало страшно на концерте? Мне стало страшно, когда один человек чуть не упал прямо у меня на глазах. И я такой, блин, надо поддержать. Интересно, да? От любви к своему исполнителю, да, к своему зрителю. Да, нет, в смысле, он переживает, что он упал, понимаешь? И посадил Серафима Муку в мусор, да? Главное, это поддержка, ребят. Видишь, поддержка. Просто помните, поддержка, это очень важно. А, у Влада вышла эпишка рэп, называется. Вот, послушайте ее обязательно. Извини, солнышко, ты же нас только понимаешь. Это уже на OnlyFans пойдет. Ну что, а как вы считаете, типа, в сообществе ТикТока, типа, поддержит сегодняшний концерт? Не думаю, на самом деле. А в какой момент вам сегодня стало страшно, вот реально, до смерти? Когда Серафим Мука вышел на сцену, но я за него переживала, но все хорошо. А, вы считаете, что это хорошо было, да? Да. В какой момент тебе сегодня стало страшно на концерте? Да, наверное, после первой песни, когда я выходил. Просто три человека из трех сейчас сказали, что типа им стало страшно на концерте, когда Серафим вышел на сцену. Как ты к этому относишься? Не, брат, я уже давно посмотрел смерти в глазах. Ты когда его хуй увидел в Москве, да, вот здесь вставка, я напомню.
Бураки так смотрите, типа, смерть дана человеку личное пользование. Серафима, знаешь, как саранча, которая дается, которая была наслана на египтян в восстание. Восстояние, знаешь, собирание первенцев, саранча, типа, вот это, вся эта хуйня, короче, это Серафим. Ну, бро, я взглянул тьме в глаза и увидел там братишку, типа, так, да. Братишку Чипинкосу, друзья, сегодня у моего хорошего друга. Бро, тому, кто приручил бардак, тому хаос благоволит, брат. Андрюш, рад пиздец тебя поздравить с днем рождения. Невероятно счастлив находиться с тобой уже 5-й год на каждом концерте. Пацаны, понимаешь, я в какой-то момент реально, типа, этот ребенок уже в подготовительную школу мог пойти в какой-то момент. Мы с тобой начали, типа, катать концерты, типа, по столицам. Это прям очень приятно. Бой, если бы у нас концерт был бой, ну, помощник, да? Бой много курит, это снова, он бы едет быстро, ты постой. Сегодня был прекрасный день рождения. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на Андрея Прикнейса, пишите ему вопросы в АСКФМ, и вообще все будет хорошо. Всем спасибо, маму люби и кушай побольше супа, а мы сейчас поехали в 17:03 бухать. Выборы, потому что любил. Теперь пора поссать, друзья. Интересно было, да? Смотреть, как пирокинезис на концерте работает. Да. Вот мы его никогда не видели, да? Вот сейчас посмотрели. Интересно было. Вообще интересно смотреть и видеть, как работают артисты, да? Именно вот на своих концертах. Приятно смотреть на их и фанатов. И классные у него фанаты. Да, и фанаты, видишь? Такие все творческие, да, необычные, да? Так выглядят необычно. Стиль у всех такой, ну, необычный, еще раз скажу. Интересно было, интересно, да, концерт у него? Все старались, как-то помогали, атмосферу поддерживали создать. Его. Да. Атмосферу поддерживали, да? Мне очень понравилось, интересно. И фанаты классные у него. А представьте, если вживую, да, если вживую это видеть, это вообще нереально, да, нереально, да. Голоса, ну, перекинулись, молодец, все вот так, конечно. Вот так смотреть его, да. Ребят, я не знаю, мне интересно посмотреть, ребятки. Классно. Понравились фанаты его. Все воспитанные, понравилось. Все веселые. Обстановка понравилась очень. Никаких ЧП не было. Все классно сделали. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.